В Липецке грандиозным авиашоу отметили сразу две важные даты. 100 лет назад в городе приземлился первый боевой самолет «Илья Муромец», а 65 лет назад был создан Липецкий авиацентр. Участие в празднике приняли все пилотажные группы воздушно-космических сил, «Соколы России», «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты». Петля Нестерова, «Бочка». Зрители, затаив дыхание, наблюдали за сложнейшими фигурами высшего пилотажа. Ударные вертолеты Ми-28 буквально танцуют в воздухе, а новейшие истребители Су-35 поколения 4++ демонстрируют виртуозное маневрирование на сверхмалых скоростях благодаря использованию управляемого вектора тяги. Просто бомбически суперски. Мы в восторге. Патриотизм, дух, как город поддерживает, это просто сказка. Ну, как гордость огромная растет. Ну и потом, когда вот это вот все началось, шея болит, а эмоции переполняет. Супер.